один из небольших минусов в Мармарисе слишком с раннего утра светит очень сильное солнце. Здесь типа шведский стол. Брали всякие вкусняшки. Там вот ходят, набирают. Смотрите, столько шоколадок, столько вкусняшек. И всего лишь, смотрите, 14, 11, 9,45, 9,95, 9,45. Умножаете просто на 3,5, его цена. Смотрите, столько вкусно. Вот здесь по-любому что-то вкусное было, его разобрали. Ладно. Кто смотрел фильм «Ты моя родина»? Вот этот райончик походит из этого фильма. Древний замок. Древняя крепость Мармарис. Чокчума древняя крепость. И все, больше ни на что не глядеть. Все. В общем, когда гуляете по замку или когда спустились, надоело гулять жарко, сюда спускаетесь. Вот написано, тут можно купить хороший фреш, либо холодные напитки. Можно попросить включить вентилятор. Вот столики. Все хорошо, все цивильно. Вот он. Скажите ему, что от Артура. И он вам сделает скидку. Да, да, здесь тоже есть танцующие фонтаны. Такое происходит только в Мармарисе 21.00. Хочу показать гору или сопку. Там где-то есть пещера. Но карта показывает, что есть там пещера. Но где она, пока не нашли. Частные дома типа. Маршрутка едет впереди. Кстати, маршрутка Ичмер Мармарис вот оранжевого цвета. Печка, наверное, баня. Угадайте, что это за машина? Я подумал в это Лада Ларгус, но это Рено Логин.
или кто скопировал, Лада Ларгус скопировал, либо Рено скопировал. Смотрите, смотрите, что это такое, что это такое? Солнечная батарея? Нет, не солнечная батарея, это водогорелка, бойлер. То есть здесь вода копится, здесь тоже вода копится. Это все на крыше домов, отелей. Вот с помощью вот этой штуки она быстрее греется, то есть холодная вода быстрее греется. Вот. Так. Объясняю для тех, кто не понимает. В Турции турецкий кофе подается с водой. Хочу заметить, что не только в Турции турецкий кофе должно подаваться с водой, но и везде. Потому что кофе выпил, во рту остается и так далее, что-то остается, а с водой споласкиваем. Еще хочу сказать, что в Турции турецкий кофе называют только из-за того, что как его готовят, а не из-за того, что в Турции растет турецкий кофе. Многие не знают этого. Многие думают, что в Турции растет турецкий кофе. На самом деле нет ее. И небольшой лайфхак. Сейчас хочу показать для туристов Мармариса Wi-Fi. У кого, кому нужен Wi-Fi. Вот он. Это если вы гуляете по Мармарису и нужен срочный интернет. Вот вам бесплатный интернет. Так. В общем, секрет раскрыт. Кофе с водой подается из-за того, что после того, как ты кофе попил, организм обезвоживается. Воду выпил, становишься бодрым, бодрячком гуляешь. Вот так вот. В этом и секрет. А в кафешках, которые вам кофе дают без кофе, неважно где, за границей, либо у себя дома, всегда просите воду. Она должна идти бесплатно. Вода только сверху грязная, а так она насквозь чистая. Это мы поплыли на остров Клеопатры. Сейчас поплывем.
Хотя мы приехали в легендарный остров Клеопатры. Сейчас паркуемся. Судно делает задний ход. Сейчас где-нибудь туда паркуемся. Это живой якорь на той стороне. Железный якорь, это живой якорь. Вода насквозь чистая, можно посмотреть, что плавает. Плавает, ничего. Засуха, засуха везде. Хотя там она приснимает воду. Вот он, тот песок, который якобы Марко Антонио привез с Египта в отдыхало Клеопатра. Ну, миф, не миф, легенда, не легенда, непонятно. Гидра рассказывает сказку. Амфитеатр. Какой гон, какой гон.
хорошо обманывает туристов, капец. Просто камни накидали. Сейчас, например, делают забор из профнастила, из профлиста. Раньше делали забор из камней. Просто камни накидали. Неаккуратно. Тут аркан. И поаккуратно. Могли поаккуратнее камни кинуть. Какие-то комнатушки, наверное, склад был. Смотрите, какой цемент был, наверное, 400 использовали. А здесь, наверное, 150 цемент использовали, который разрушился. Надо было сразу больше цемент использовать, крепкий цемент использовать. Вот еще одно разоблачение, якобы слияние двух морей. На самом деле тут ярко, тут... а там голубое. Это из-за того, что здесь не глубоко, а там глубоко. Солнечные лучи не пропускают. Так вот. Здесь пляж Клеопатры, а в эту сторону почему-то гид никого не ведет. Туда не ступала нога туриста. Типа. Ну, на самом деле все тут сюда ходят. Кому-то интересно, кому-то не интересно здесь. Сейчас посмотрим. Электричество, водопровод. Водопровод. Везде шум. Эти насекомые шумят. Сейчас я ставлю фотографию там. Я сфоткаю. Ну, получилось одного насекомого. Или кузнечик, или чего это сфоткать. Так, поднимайтесь дальше сюда, сюда. Видите там табличка? Обязательно посмотрите, что там находится сзади него. Подсказка для сюрприза. Смотрите, сюда зашли, ну то есть оттуда поднялись, сюда заходим, сюда не идем, а здесь, наверное, старая кафешка или что-то, ну старый склад, скорее всего, а здесь кафешка вот старая по-любому. Сюда идете, 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 и посмотрели, там посмотрели, это руины, потому что цемент плохой был. Потом насмотрелся я программу «Орел и Решка» и решил своим подписчикам тоже такой некий сюрприз сделать. Скажем так, бутылку. Вот она, видите? Видите? Вот. Кто найдет, тому станет приятно. В общем, если найдете эту бутылку, снимите ролик, отправьте мне на почту. Будет еще какое-то продолжение. Все. Идем дальше.